Конец мая стал для жителей Республики Татарстан по-настоящему жарким. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, показатели на столбиках термометров поднимутся до 28 градусов тепла. К концу недели ожидается легкое похолодание. Виной тому, что к нам пришла вот такая волна тепла, является циркуляция. Дело в том, что в настоящее время погода нашего региона определяется обширным антициклоном. В ближайшие дни мы будем все так же находиться под влиянием указанного антициклона, и к нам будут поступать теплые воздушные массы с юга, которые принесут к нам действительно аномально высокий фон температур. По оценкам специалистов, май стал месяцем контрастов. Начало его оказалось аномально холодным. Первые дни побили температурные рекорды холода. В то же время, во второй и третьей декаде мая, аномалии были связаны с превышением показателей тепла. Что касается осадков, по словам экспертов, в центральной части республики норма была выполнена. Этот показатель является залогом хорошей урожайности. Дело в том, что для формирования урожайности ключевым является теплая влагообеспеченность именно мая и июня. Стоит отметить, что у нас и зима была достаточно снежная, которая, в общем-то, внесла в свой вклад в запас продуктивной влаги. Таким образом, для сельского хозяйства этот фактор является благоприятствующим. По долгосрочному прогнозу лето ожидается близким к климатической норме. Однако эксперты не исключают возникновения различных аномалий. Уже сейчас известно, что теплая погода сохранится как минимум до середины сентября. Влияние на это окажет такое явление, как Эль-Ниньо. Эль-Ниньо – это процесс аномального потепления центральной и восточной части Тихого океана. Как отмечают ученые, температура при таком явлении повышается на всем земном шаре. Стоит отметить, что в последний раз такое явление наблюдалось в 2016 году. И в 2016 году температура воздуха глобальная побила все рекорды за всю историю метеонаблюдений. Стоит отметить, что в тот год и лето в Казани также было аномально теплым, а август в тот год был экстремально теплым, он был теплее нормы на 4 градуса. По предварительным прогнозам, казанцев летом ожидает 12 дней с длительными осадками. Такая погода, по словам экспертов, позволит жителям столицы легче перенести жару. Маргарита Михайлова, Универньюз.